Мисс Диор, я тебя жду. Привет. Привет. Тебя как зовут? Блин, вы так долго. А? Как зовут? Меня зовут Асема. Спасибо. Вы так долго были в эфире, что у меня уже ноги замерзли. Это же час. Это, Ушла сюда. ну, это нормальная сессия, она идет час. Так, Рассказывай, чем меня пришла? видно? Тебя видно. Так. Ой, что-то мне кажется, как будто плохо видно. Короче, у меня нет энергии. Я всегда хочу поработать, и все время мне хочется то спать, то еще что-то. В итоге, короче, я это... Чаще начинаю, говорит. Я всегда не могу сосредоточиться на своей работе. И все, и потом, мне кажется, как будто мне все неинтересно. Что-то по тебе незаметно так сильно. Почему? Не знаю. Ну, подыши, сделай глубокий вдох. Давай. И еще. Уже приготовилась. Да? Телефон поставилась, а это давай. Дыши глубже. Блин. Меня руки, ноги не имеют. Давай, давай, дыши. Только ничего не бойся, ладно? Вы в эфире? Я в эфире. Ты Я меня тоже не не дышу контролируй. Ты никакой. глаза закрой, дыши глубоко. Так, кто там обижается? Я хотел сказать, что у меня возникла проблема в том, что я хочу спросить тебя. Я обижусь на тебя и все. Дыши глубоко. Боль. Мне теперь жарко. Я мерзла, теперь мне жарко. Дыши. Дыши глубже, что-то повис, подвисло ты. Я пока на вопросы поотвечаю, ты дыши, ладно? Хорошо. Здравствуйте, у меня месячные нерегулярные. 1-2 месяца не бывает, и опять месяц. В общем, это когда энергия перекрывается, в общем, это надо смотреть. Не факт, что помогу, но, в общем, надо поработать. Чудо.
Давай, давай еще. Буду. Блин. Что там происходит? Блин, вообще ужас. Чего? Сейчас. Как будто что-то меня проткнуло, блин. Давай дышу. Где височная область. Давай. Хуже дох. Ощущения в теле какие? Уши заложила, но мне как будто бы одна рука стягивает, что ли. Даже не рука, а пальцы. Хорошо, еще дыши уже. Блин. Угу. Можно открывать или дальше? Нет, души. Что у тебя происходит? Рассказывай. В теле что? Слабость. Угу. Спокойствие. В руках что, в ногах что? Ощущение. Не знаю, слабость. Ну, не слабость, а как правильно. Такое подвешенное какое-то, такое состояние даже. Угу. Сердце теперь выдыхает напряжение. Когда другие дышали, у меня были другие ощущения. А теперь почему-то совсем другие. Ну, еще.
Как будто животом задышала, представляете? Угу. Теперь из груди боль выдыхай. Еще. Вдох. И из груди вытаскивай боль, прям болеть не могу. Давай. Еще. Давай. Еще. Мне жарко. Давай, давай, из груди боль прям. А, вот так. Блин, в районе затылка. Это же дыхание сатори. Сатори, я не знаю, что это. У меня вот здесь все болит. Давай, 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 выдыхай. У тебя душа болит, вытаскивай оттуда боль. Ну что ты там сидишь? Мне кажется, я плакать. Плачь? Потому что внутри больно, вот здесь болит. Выдыхай. Вот так. Выдыхай, выдыхай, плачь, не держим. О, Боже. Мне теперь стыдно. Да плачь ты. Вытаскивай боль из груди. Плачь прям по-настоящему. Что ты? Не пышься. Не надо. Можно камеру повернуть хотя бы? Я тебе сейчас поверну камеру. А, блин, ну я руки не ощущаю. Дыши глубже и плачь. Чего это как? Ничего. Теперь ноги трясет. Давай, давай, дыши. Руки не чувствую. Дыши, ноги трясет. Ага, хорошо. Все, у меня трясет. Все, давай, дыши. Прикольно. Вы зимаете? Угу. Капец, ноги трясет страшно.
В голос реви. Не дави. Не могу. А, меня ноги. Блин, что такое? Ты сейчас еще поподавливаешь, обострешься у меня, я тебе говорю. Дыши глубже и плачь лучше. Капец. Почему вы чувствуете, как у меня ноги трясутся? Я чувствую, выдыхай. Прямой эфир для сохранится. В теле что сейчас у тебя происходит? Эйфория. Эйфория. Спокойствие. Только все-таки у меня в груди что-то. Больно. И со спины как будто дырка. А мне как будто полной грудью не могу дышать. Ты вот зачем ты это удавила, скажи? А я думала, это мне как будто пиццу хотелось. Или зачем как будто горло першит. Смотри, я тебе 5 минут даю. Сейчас поднимется опять вот этот слезы. Плачь, поняла? Ударишь, эфир закончится. Хорошо. Потому что это какая-то фигня получится. Давай, вдох. Из груди боль выпускай. Мужиков этих обиду прощай давай, выпускай. Прям спину напротыкали. Давай, давай, выдыхай. Выплакивай, давай. Чего? Почему левая рука? Немеет? Ага,
так вот, не знаю. Левая рука не поднимает руки. Правая? Ага. Правая нормально. Левая рука не принимает то, что я делаю, как женщина. Может, у меня с легкими проблемы нет? У тебя с доверием проблемы. Это точно. Боже мой. Сори. Не думала. Я еще вдох. Давай. Вдох. Ощущение в теле. Пульсирует. Где? В области пупка, живота, что-то такого не пойму. Это хорошо. В душе что? В районе груди. Тяжесть пока чуть-чуть. Давай глубокий вдох делай. Смотри. И А, букву А, вот так выдыхай. А, вот так еще вдох. Еще. И вот эту боль выдыхай. Громко просто не могу, у меня там спят. Ну давай дыши, дыши. У тебя, блядь, до хрена таракана. Зачем ты про всех думаешь?
У меня пупок как будто бы завязался. Пупок. Тяжесть в пупке. Знаешь, откуда у тебя тяжесть в пупке? Потому что ты слезы сдерживаешь. Ты можешь дальше так и продолжать, но ты что потом делать с этим будешь? Для меня самостоятельно, конечно, можно дышать, но я думаю, эффекта будете долго достигать просто. Да. Дыши глубоко. Я не могу глубоко дышать. Ты работать дальше хочешь, нет? Хочу. А? Там стоп, стоп не пишут. Тебе сейчас напишут стоп, подожди. Ты потому что, ну, на куркуя тебе это надо. Зачем тебе все? Твою боль вытащи, от нее избавься. Упаки, упаки, да. Давай еще, прям. Молодец. Вот. Что, пускай. Не запихивай обратно, выплакивай давай. А, быстро реви, я тебе сказал. Давай, давай, не успокаивайся. Давай, давай. Ага, еще. Ну, выпускай.
Давай, дорогая, выплакивай. Тебя тут все поддерживают, плачь давай. Откуда канал какой-то идет? Вот смотри, вот здесь между грудями прям точка есть. Нажми большим пальцем туда, будет очень больно и плачь, поняла? Найди точку. Прям где? Вот, да. И выплакивай, надави сильнее. Больно там, нет? Выше попробуй. Выше. Найдешь там болевую, прям нажми и выплакивай. Нашла? Дыши глубже. А я о чем-то должна думать или нет? Давай уже, наверное, прекратим. Что-то мне это надоедать начинает, честно. Тебе самой не надоело? Хорошо. А? Смотри мне сюда. Надоело. Ага. Открывай глаза. Смотри, только ты проявляешься, ты проявляешься так всегда. У тебя всегда есть кто-то, кто важнее, чем ты. Ага. Слышишь меня, да? Слышу. Угу. Тебе надо подумать вообще над тем, что почему в твоем списке твоих приоритетов твои приоритеты всегда в заднице. А? Да, это есть такое. Там услышат, здесь видят, тут еще что-то. Нафига тебе все? Тебе просто надо научиться свои, в общем, себя ставить на первое место у себя же, понимаешь? Угу. И тебе тоже задание, я тебе дам, ты весной полетай на параплане. Угу. И обязательно, чтобы инструктор был мужик. Поняла? Потому что у тебя вопрос еще с доверием. Там ты 20 минут будешь висеть на незнакомом мужике, да даже его глаз видеть не будешь. 1,5 километра над землей полетаешь, у тебя ну, этот, мозг в какой-то момент начнет доверять незнакомому человеку. Я вроде бы коммуникабельная, но у меня чувства доверия нет вообще к мужчинам, особенно в первую очередь. Угу. Вот поэтому на мужчине это полетай. На параплане. Поняла? С девчонкой не летай. Тебе прям с мужиком надо полетать. Договорились? Договорились. Вот. Поэтому полетай на параплане и прекрати придумывать себе страдания. Поняла? Окей. А так у меня все хорошо, да? Почему ты меня вопрос мучил? Это же другой. Я же по работе обращалась. У тебя вообще у тебя какая-то душевная боль очень сильная. Я не пойму, откуда она идет. То ли от одиночества, то ли от чего. Не знаю, не считалось сильно так. Но боль прям очень сильно прям болит. Я не знаю, какие у тебя там боли были, но тебе это надо тоже выпустить. Это основной, наверное, вопрос. А, сейчас... Но у тебя боль пошла. Угу. Но у тебя боль пошла, ты взяла, удавила, понимаешь? Потому что ты думаешь, потом я пострадаю, ничего страшного, а потом не будет. Выплакивай сейчас.
Вот так молодец. В голос реви теперь. Я Вот не так. могу на голос. Я тебе сейчас как на полбу приду. Выплакивайте, говорю. Давай в голос. А, потихоньку, давай, давай. Давай, 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 выпускай. Я поняла, для меня был папа важен. Как он умер, я перестала в работе. Вот. Выплакивай, давай. Тебе надо его отпустить, выплакать эту боль свою. Нет, мне еще даже всегда было важно, чтобы у меня была хорошая. Почему-то все хотят еще переделать меня. Блин, что-то мне так стыдно. А что ты переделывай? Ты сама под всех гнешься. Что тебе переделывай? Тебе не надо переделывать. Ты для всех хочешь быть хорошей. Ты перед всеми выслуживаешься, понимаешь? Зачем тебя переделывать? Тебе в Давайте один день закончим. надо тебе... Это мне стыдно. Я не хочу себя видеть такой завтра. Я Ты уже... уже в Ютубе. Советую не переживать. Поздно. А папу ты отпусти. Ты должна его дострадать до конца и вытащить эту боль из груди, поняла? Ну, у меня еще куча других вопросов, но я просто в эфире не хочу. Я, наверное, запишусь к вам. Ну, хорошо. Или там тоже, да? Нет, на индивидуальных встречах и записи не идут. Запись идет, вот сегодня, допустим, съемки были, это люди, которые бесплатно проходили сессию, их, ну, их мы в эфир вытаскиваем. То же самое, что и сейчас. Угу. Это, в принципе, То одно есть и там, то же, что... да, ну там не совсем одно и то же, но в общем. А, это проект специально для Ютуба, он такой. А это такая разбуха. Вот. И тоже для Ютуба, кстати. Нет, так, кстати, знаете, мне теперь легко, так хорошо стало. Конечно, будет легче, потому что ты выпустила. Ты изнутри выпустила боль, пусть не всю, но это начало. Если ты думаешь, что ты это сможешь удержать, ты не сможешь. Мы сейчас эфир завершим, ты еще 3 дня реветь будешь. Да? Ну, Да. Я предполагаю, что да. Я даже когда посмотрела ваш один эфир по поводу денег, я начала сама по себе плакать. Не знаю почему. Ну, значит, не позволяла. Деньги? Деньги. Не знаю. Ну, Угу. вроде бы нормально зарабатываю. Что там жаловаться? Нет. Но хочу большие деньги. Большие деньги – это хорошо. Но... Я тоже хочу. Да. Что, тогда все, наверное, да? Спасибо. Да, нормально все получилось. В общем, давай тогда. Пока. Пока. Счастливо.
Привет, Игорь. Как дела? Думала, все, а я не подключусь. Игорь, ты сегодня устал? У тебя есть настроение или как? Сейчас ржать буду. Что-то я тебя не слышу. Нормально, настроение хорошее. Я тебя не слышу. Я не знаю, почему ты меня не слышишь, потому что я тебя неплохо слышу. Неплохо то, что я тебя не слышу. Все? Подожди. Да, я тебя слышу. Я слышу. Тебя не слышу. Алло, алло, слышно? Да, сейчас хорошо слышно. А, ну это батарейка садится. О, боже, какая, ну раз... Чё там, блин, про интим начала говорить? Аж мне захотелось, блин, самой, блин. Тут, да. Почему так? Она такая... Что женщина выбирает мужика. Теперь я хочу, блин, выбирать сама мужика. Не мужика, а мужчину. Почему вся в сером? Не знаю, это диван и кофта моя. Игорь? Знаешь что, после этого эфира я же не выходила же сюда. Вчера я была там как бы тоже это у гинеколога, короче, у меня 2,5 месяца уже не было вообще менструального цикла, прикинь? Теперь она мне говорит, что это, наверное, говорит, у тебя щитовидка. Щитовидка, короче, я год назад, когда проверялась, у меня ничего не было. Вообще не было. И как ты думаешь, это из-за щитовидки такой менструальный цикл? Или это нарушение моего... Это делается... Это делается очень легко. Идешь, делаешь УЗИ щитовидки, и тебе скажут, есть щитовидка или нет. Год назад мне делали, мне сказали, ничего нету. Ну, год назад, год, за год может всякое произойти, иди сделай. Да. А как, вот ты, на, вот, например, на это как ты можешь сказать? У меня, например, год секса не было. Из-за этого тоже, да, глючит, сбой. Конечно. Это надо, что просто... Да. А тебе гинеколог не сказала, да? Я постеснялась это. Ну, как бы она меня поняла и сразу сказала, что у меня это все нормально, но это как бы нету менструального цикла. Она еще спросила, говорит, у тебя муж есть? Я говорю, нет. А она говорит, это, ну, надо, говорит. Ну, я не сказала, что год уже. Это вот твоя причина, это не щитовидка. Просто меня что порадовало, вы разговаривали с Айнурой, говоришь, женщина должна выбирать мужчину. По секрету еще. Хорошо, я теперь буду выбирать, да, как бы я сама выбирала. Ты знаешь, как это? Не секса ради здоровья для. Да. Вот это я хотела спросить. Значит, это у меня нет никакой щитовидки, просто... Это у меня дисбаланс идет, да, как бы? Это просто женскую энергию ты давно не проявляла, и поэтому она подавляется, и из этого сбивается цикл. Потому что там много застоя. Когда происходит секс, тогда у тебя застой выходит. А когда ты задавливаешь свою страсть, желание, это, оно у тебя все сбивается. Гормональный сбой получается. Просто, знаешь, я не хочу тоже об этом много думать, и я записала. А что думать надо просто я идти? Записала... А? Что там думать? Там думать-то не надо. Ну да. Ну, про интим вообще нафиг не думаю и стараюсь. Просто я записала сейчас на танцы, как бы там новые, как бы там это,
танцуют, не знаю, но все равно, как они, я не могу танцевать, конечно, но все равно двигаюсь, как они, уже неделю хожу, неделю два раза. Там мужчины есть? Мужчины? Мужчин нету. Иди туда, где есть мужчины. В тренажерном месте они занимаются. Ты на танцы ходи, ты на танцы ходи, иди куда-нибудь, короче. На танцы вот хожу. Ты меня слышишь, нет? Да, слышу. Мужика найди. А, мужика? Вот я вот об этом как бы это думаю, но у меня комплексы. Я вообще не могу сейчас договаривать в этом эфире, блин. Комплексы у меня, Игорь. Я стесняюсь. Вы что сегодня все? Я сравниваю. Кого? Тех мужчин, которые вот комплименты мне говорят, например, на них смотрю, у меня желание пропадает. О, боже, боже, боже. Все, больше на них не смотрю и ничего не говорю. Такое ощущение, как будто они только монстры, блин. Я не знаю, что тебе посоветовать. Это надо просто закрыть глаза, зажмуриться и все. И глаза не открывай, пока сегодня у вас не случится. Ага. Когда я найду мужчину? Да. Не надо его оценивать, надо просто лечь и закрыть глаза. А, просто лечь. Без тебя справится. А может мне напиться? А может мне напиться, конечка? Ага. А? Ой, мама, не могу. А, Игорь? Я вот это не знаю. Просто надо глаза закрыть и все, да? Вот это я не знаю. Само все произойдет, не переживай. Само все произойдет. Пипец. Я, конечно, не буду стесняться, потому что у меня лично ничего нет. И я просто могу гордо сказать то, что еще не произошло уже год. И чего мне стесняться, честное слово. Вообще хочу найти, наверное. А такого мужика еще не встретила. И ты не свободный. Плохой жених хорошему дорогу торит, поняла? Что? Плохой жених хорошему дорогу торит, поэтому заведи любого сейчас. Ага. И а потом найдешь, что вода... И все решится с этим менструацией. Я уже запарилась, я уже не могу. Решится. Спасибо большое. Что-то ты сегодня вообще такой хмурый, уставший сидишь. Вообще не смеешься. Мне сегодня с прямым эфиром 15 человек было. Да. Это вообще мачо. Это ты мачо, короче. Сегодня. Ой, мама. Это супер. Ой, что там они пишут? Меня, наверное, там обсирают. Давай, Нура, пошла к черту, да? Гонят меня с эфира? Ладно. Я пока. Что хотела, узнала. Ну, хорошо. До свидания. Давай туда. Давай, пока, спокойной ночи. Спасибо. Кто там еще хотел в эфир? По-моему, чуть время.